Так, время нового видео по Hearthstone. Новая потасовка, получается, когда она сегодня ночью открылась. Вот у меня даже кнопка подсвечена. Сам еще вот первый раз зашел, не заходил. Посмотрим, что там за потасовка. Так, магия. Насколько сильно уважаете сил на этот раз? Ваше заклинание расходует здоровье вместо маны. А, я так и подумал, магия крови. Комплект карт. Ну, как обычно, я пропущу момент создания карт, но буду играть за разбойника. Итак, собрал я колоду. Тут, короче, ну, так как здоровье расходится вместо маны, я взял за 0 одну и за 2 маны. То есть самые такие дешевые. Ну, тут можно редактировать, да, я так понимаю, если что. Но вот эта вот реально интересная идея сильно отличается от всех предыдущих потасовок. Твою мать, это только заклинания расходуют. Блин, я думал все карты, я что-то ступил. Черт, я думал все карты будут расходовать, ёб твою мать. Итак, я, короче, решафл сделал. Взял воина. Взял воина, понатыкал в него мурлока, ну, то есть очень мало заклинаний, в основном существ. Посмотрим, как все будет, как себя покажет. Ну, тоже такое себе. Такое себе. Ну посмотрим, посмотрим. Чисто вот солдат набрал, да. То есть не заклинание. Посмотрим. Может быть, маг сам себя убьет. Магии вполне может быть. Ой, отлично. Нормально, нормально. Мурлоки — это такое. С ними шутки плохи. То есть челик себе 7 хп уже снес своей же магией, да, то есть сам себе. Ну, посмотрим. В принципе, он может меня каким-нибудь там, конечно, закидать какой-то магией сильной. Химик Кабала. У него таких карт нет, кстати. Ну, у меня есть из последнего дополнения карты, но не особо, да, то есть не особо много. Ой, хорошо. Тут тупо в лицо идти и все. Короче, в этой потасовке надо играть без заклинаний. Вот в чем смысл. Надо набирать только вот колоды с существами, да, вот как воин мой. У него магии еще и нет, да, то есть ни одного заклинания еще даже я не взял. Там их мало очень в колоде. Вот видите, то есть он сам себя убивает. Хорошая карта, раза плененный, но это для арена колод. Видите, вот и все. Изи. Комплект. Можно сразу открыть. Ясно все. Ну что ж, как-то так.